Срочно на выезд. Я умру? Не сегодня. Для него нет невыполнимых задач. Привыкнуть к этому невозможно. А бросить тоже не получается. Но всего одна штука. А вы знаете, что у нее был любимый? Они мечтали, строили планы. Может стоить жизни самым близким. Дай мне с ней поговорить. Но ты же не можешь ничего требовать. Будешь делать так, как я тебе скажу. «Точка взрыва». В воскресенье в 13:55.